Я приехала, и тут у меня вот такие вот новоделы. Это специально сделано, чтобы здесь будет перцы у меня в этой вот средней сидеть, чтобы подвязывать можно было. То есть вставлять сюда вот и по линии вот так вот подвязывать перцы. То есть подвязка будет делаться с помощью, ну, ниток или специального материала. Тесьмы, бечевки, чтобы держать перчики. А это второй ряд. Здесь я хотела бы вообще сделать еще грядку. Может быть, там по весне зеленушку какую-нибудь, может, клубничку. Ну, чисто вот так вот экспериментировать с чем-то. То есть есть возможность третий ряд делать. Губчики уже надо подвязать, которые побольше. Вот что я думаю. Ну а здесь вон какая система интересная. Надо узнать, для чего все это. Вау, у тебя для чего вот это? Вот это вот. Они ты вот так возьмешь там. Нацепишь, где тебе надо. Сюда придешь, сделаешь тут петельку на веревке. Вот так сделаешь вот. Натянешь, сколько тебе надо, вот так вот, крючком. Ага. Будет тебе счастье. Ну, я не поняла, вместе будем делать. Ну, понятно. Очень тяжело. Ну, вот сделаем, вдвоем-то удобнее. Ну, что, довольно? Угу. Довольно. Не тянется дальше. Притянуть. Огонь. Ага.
Видел, насколько я умный. Так ж я тебе сказала, что делать. Инженеры, они на то инженеры. Они показывают таким вот техникам, что надо делать. Тебе показали, пальцем тыкнули, вот тут должно быть вот это. А уж как, чего, это не мои проблемы. Так, ну тут я уже начала подвязывать. Вот так вот. К ниточкам. Ниточками все сюда. Довольно удобно. Правда, у нас только на этой грядке еще сделано. На этой цепочке закончились. На этой не хватило. Но пока они еще маленькие, им это не грозит. А этих уже, товарищи, надо потихонечку подвязывать. Самые большие я подвязала, остальные потом. Так что вот так вот у нас теперь все это дело обстоит пока. Следующим этапом будет сделать на той стороне то же самое. Здесь покажу, может, кому-то идея понравится. Вот таким образом. Можно использовать, если у вас есть цепи ненужные, валяются. То вот так вот можно сделать, чтобы в хозяйстве все сгодилось. Ну вот, в общем-то, что я и хотела показать. Этап работ в парнике. Весной на этой грядочке можно тоже рассаду высаживать будет. Пораньше высадить что-то, чтобы потом рассаживать. Тоже капусточку. Еще что-то. Вообще, я здесь планировала вообще-то клубничку. Не знаю, как пойдет. Ну, попробовать экспериментариум устроить здесь. Поглядим. Пока что посмотрим, как здесь вообще что-то будет расти. Хоть что-то.